Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Всегда увлекательно, полезно, интересно послушать живого писателя, рассказывающего о самом сокровенном и тайном творческом процессе. Не скрою, что с большим интересом 25 августа слушала искреннюю писательскую исповедь Дмитрия Анатольевича Лиханова о процессе написания романа «Звезда и крест». Дело в том, что писатели – народ хоть и талантливый, но исключительно забавный и непоследовательный. Понимаете, они одинаково терзаемы двумя желаниями – сохранить в тайне свой принцип и метод работы, а с другой стороны – быть известным, читаемым и обсуждаемым. А иначе зачем тогда и быть? Писать в стол для себя, быть графоманом. Именно поэтому необыкновенно интересный для тех, кто занимается литературой, теорией литературного процесса, является почитателем таланта знаменитого русского прозаика, драматурга, поэта, публициста, в прошлом блестящего редактора литературной газеты Юрия Михайловича Полякова, его книга «Селфи с музой». Можно сказать, что это своеобразный дневник, который и допускает нас в творческую лабораторию автора и открывает секреты литературного мастерства и показывает яркие зарисовки нравов творческой среды и рассказывает увлекательные истории о великих служителях отечественной словесности. Без затей и без флера тайн Юрий Поляков открывает перед нами редкую возможность проследить, как из жизненного ссора растут стихи, не ведая стыда. Как из буднишной серости, мимолетной влюбленности, политической предопределенности вдруг зарождается и возникает текст, который потом становится читаемым и знаменитым. Книга «Селфи с музой», как всегда, сложна, неоднозначна, афористична, гротескна, иронична, эмоциональна, грустна, даже трагична, но всегда интересна, правдива и реалистична. Что ж, мир несовершенен, в том числе и мир небожителей, поэтов и прозаиков. Безусловно, Юрий Поляков, один из лучших писателей в современной русской литературе, написал увлекательную и полезную книгу, пусть не для массового, но избранного читателя, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».